И имя ему совершенство. Абсолютно безукоризненный, великолепный. Я в него влюблена, к сожалению. Отвернись, это не он. К сожалению, безответно. И вот уже неделю он со мной, но эта неделя закончилась. Сегодня мы расстаемся. И язык мой не поворачивается назвать эту машину девочкой. Это, безусловно, мальчик. Сильный, агрессивный, жесткий. BMW M6, 575 лошадиных сил. Это последний кузов, машина 15-го года. Я раньше никогда не замечала, когда ездила по улицам, что шестерка BMW стала такой красивой. Безусловно, она мне нравилась всегда. Но я, когда пришла в пресс-парк, я увидела там на подземной парковке, они стоят. Я вот этот автомобиль вижу, и где-то с 50 метров я просто присела. Я присела, смотрю и думаю, почему и как я раньше не видела, что они изобразили такое совершенство. Двадцатые колеса, стандартные BMW-шные диски, тормоза дисковые вентилируемые. Как вы понимаете, именно такие колеса называют лапти. Они очень тонкие, диски очень большие, колеса широкие. Вы должны понимать, что каждый стык асфальта, каждая колея, она ваша. Вы будете чувствовать ее своим телом. Но покупая такой автомобиль, вы понимаете, что он мягким не будет. Это вам не Chevrolet Tahoe и не какой-то вольготный американец. Это злой, напористый зверек. А вот это камера заднего вида. Она очень симпатично приподнимается. Так, правда, бывает не только у М6, у Passat CC, например. Но я вот только не понимаю, а что будет в мороз, когда вся эта эмблема замерзнет поверху. А сейчас я вам продемонстрирую его голос. Ну как, достаточно басиста? Знаете такое понятие четырехдверное купе? Так вот, на мой взгляд, его изобрели враги-американцы. Нету никаких четырехдверных купе. Купе предполагает две двери. И эти двери должны быть вот именно такими, большими, тяжелыми. Очень здорово, когда у них нет рамок. Это просто красиво. В остальном, многие говорят, что это не очень практично, потому что со временем вот здесь вот стекло начинает подтекать. Вчера я давала на ней покататься нескольким молодым ребятам, моим подписчикам. Один вышел, такой, лапки трясутся, такой ходит вокруг, приговаривает, ну ты чё такая дерзкая, ты чё такая дерзкая? Я смотрел на это, мне так было смешно. Для мальчиков эта машина, это такая дерзкая, задиристая девчонка, а для девочек эта машина брутальный, невероятно красивый, накачанный мужик. Ну, наверное, как-то так воспринимается. Ну, в общем, залезем к мужчине внутрь. Очень пошло звучало. Ну, конечно, она дерзкая. Как вы хотели здесь крутящего момента под 700? По оснащению вам что надо? Здесь все есть. Бортовой компьютер. Что нам здесь интересно? Наверное, в первую очередь расход. 17,4 – это средний расход за эту неделю. Что на этой неделе происходило? Происходило несколько жестких пробок. Происходило пару раз 250 км в час. И два раза по трассе туда-сюда по 100 километров при нормальном ходе, то есть где-то 130-140 километров в час.
мультимедиа, конечно же, есть диски, конечно же, все, что нужно, сюда подключается, любые устройства и все, что вы захотите, здесь будет. Здесь есть навигация с пробками, это прикольно, безусловно. Есть некая горячая линия и есть кнопка в салоне. Если, не дай бог, что-то случилось, там перевернулись, упали, плохо, сердце и так далее, насос нажимаете, и с вами связывается диспетчер. Салон. Красота, просто красотища. Удобно, великолепно. Прекрасные сиденья. Ну, Тарас открыл, деревяшечки не хватает. Ну да, Тарас, не Субару, деревяшечки не хватает. В Субару-то, конечно, все покрасивше будет, чем в М6, да. Очень удобные подголовники, то есть, ну, вот прям очень-очень здорово. Очень люблю вот такие вот рули, когда руль такой плотный и очень с ярко выраженными приливами под пальцы. И очень удобно здесь отключается система старт-стоп. Это когда при остановке машины сразу глохнет двигатель, и при первом касании до педали акселератора он сразу включается. Эта система, когда сидишь в пробке, начинает жутко бесить. Здесь очень круто это сделано. Камеры кругового обзора великолепные просто. Вот это вот телевидение назад, а вот я переключаю еще. Я раньше не понимала кайф вот этого режима. До сантиметров четко я понимаю, где я вообще и что я делаю. Камера просто в восторг меня привела. Великолепная. И по качеству, и по точности. Я прям специально сдавая назад, думаю, да не может быть. Такая четкость, да не может быть. Вышло, да нет, все именно так. То есть вот эти вот прям сантиметры, все, что я вижу в экране, изображение прям ровно вот именно так, как оно есть в реальности. Вот я села и поехала. Выехала на МКАД, пока попала в несколько пробок. Сразу скажу, в пробке никакого кайфа вы не испытываете. Я ездила на Lamborghini Huracan не так давно, 2 дня. У меня была такая возможность. В общем, у Lamborghini 630 лошадиных сил, здесь 575. С точки зрения динамики, есть разница у Lamborghini, безусловная. Но с точки зрения, вот мы сейчас с вами говорим о езде по обычным дорогам общего пользования, если говорить об этом, то однозначно вот этот автомобиль. Потому что в Lamborghini у меня была вот такая вот башка после того, как я там несколько часов на ней ездила. Машина крайне жесткая, излишне жесткая. Безусловно, эта подвеска жесткая, а вы чего хотели? Конечно, она жесткая, но она собранная. Если она не просто вот тупо жесть-пережесть, нет. По городу вполне можно ездить. Подъезжаешь к лежачему полицейскому и медленно через него переползаешь. И вот в случае, если переползаешь через него не медленно, а там на 20, например, километрах в час, я сидела сзади, я получила по башке такой удар. Что мы тут имеем? Мы имеем тут совершенно нереальнейший по красоте интерьер. Нереальнейший. Это 5, абсолютно 5 баллов из 5. Просто вот представьте себе, что вам надо в автомобиле. И оно здесь уже есть. Вот прям все здесь есть. Интерьер. Совершенство. За это мне нравятся вот эти вот хорошие европейские автомобили. Да, верх у вас белый, да, чувствуешь себя, безусловно, человеком из Монте-Карло. А внизу, так как ты все же человек из России, черный пол. Потому что как же я запарилась своей Infiniti, которая была вся белая. Нет, конечно, круто, красиво, где-то первую неделю. А потом, когда начинается зима, такое впечатление, что ты в помойке едешь. Здесь вот прям вот совершенство. И потолок такой весь в горизонтали. И кнопочки великолепны. Сиденье, ну, удобнее, наверное, не придумаешь там, с точки зрения боковой поддержки, с точки зрения длины подушки. Но для меня тут все это регулируется, естественно. Для меня вот прям вообще.
как я уже сказала, настройки всего, в том числе и настройки жесткости руля, точности, четкости, настройки педали газа, настройки амортизатора, да, то есть настройки подвески. А давайте-ка попробуем все в спорт поставить. Сейчас у меня все в комфорте. Кстати, можно здесь три варианта для себя запрограммировать. Вот вы вышли из дома, ну, вы сегодня такой комфортный, весь такой в таком очень благостном настроении. А поеду-ка я на своей М6 комфортно. И вы включаете настройку номер один. Давайте-ка попробуем все в Спорт Плюс перевести. Рулек в Спорт Плюс. Прям налился тугой тяжелый руль, налился усилием. Дальше амортизаторы в Спорт Плюс. Пока ничего не чувствую. Да, пока ничего не чувствую. Для этого нужно перестроение существовать мое. Просто где-то как-то это выглядит приблизительно как... Ну, такое у меня впечатление, что я коробку могу объехать спичечную на скорости в 100 км в час, и, скорее всего, и даже больше. Что происходит, когда в Sport Plus переводишь настройки педали газа? Дроссель открывается чуть раньше. Я прям чувствую, вот перевожу в Sport Plus, она прям раз такая взялась, в кучку себя собрала. И помчались. Так, значит, в данный момент мы будем тестировать основные ездовые характеристики этого автомобиля, потому что мы в его стихии, мы на магистрали. Часто автоэксперты, они начинают свою басню про автомобиль с рассказа о том, что он за 3,2 секунды делает первую сотню. Ребят, какая вам разница за 3,2, за 3,8 или за 4,25? Какая нафиг разница? Очень хорошо и быстро едет этот автомобиль. Если вы тот человек, который ездил на Макларене, ездил на Пагани Зонда, ездил на Ламборгини, наверное, у вас не будет вот этого ах, которое есть у меня. У меня есть ах. У меня есть такой большой ах. У меня есть просто огромный ах. Я еду в этой машине и понимаю, что я бы так хотела, это вообще для меня это большая редкость, я бы так хотела, чтобы у меня была эта машина в личном, каждодневном пользовании. Это прямо большая редкость. Я проехала камеру, и теперь мы можем использовать этот автомобиль по прямому назначению. Слушайте, страшно, уже у меня такой чуть небольшой жим-жим. 150, 190, 200. Абсолютно идеально держится. Абсолютно. Еще. Срабатывает система стабилизации, потому что я полностью со 180 нажала на газ, а у меня колеса задние пробуксовывают. Давай, пошла, 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 пошла. Опа! 220. Пошла. Опа. Сейчас у меня стоит все в Спорт Плюсе. На скорости 200. Обороты 3000. Смешно. Вот это, пожалуй, максимум, который я выжимала. Сейчас 250.
я эту машину дала на денек человеку, который меня постарше, ему 47 лет, и спросила у него его впечатление. Он рассказывал с использованием идиоматических выражений и матерных слов где-то на протяжении, наверное, получаса, какая фигня вообще этот автомобиль. Я ничего не поняла. Я так думаю, что просто эта машина как раз для тех, кто ценит драйв. Он не ценит, у него свой личный автомобиль, Mercedes ML. И ему очень кайфно, там тихо и замечательно. Я не слышу, да, шумоизоляция не то чтобы прям супер. Но это не та машина, здесь нужен шум. Здесь какой-то вот этот гул. Сейчас мы проезжаем такие неровности асфальта. Есть прям, знаете, со стороны, вот когда на нее смотришь, она прямо видно, что она жесткая. Но это такая вот приятная жесткость, не как, знаете, рамная телега. Трясется все, трясет и так далее. Вообще совершенно по-другому. Здесь такое ощущение, что вот видите, ну да, жестковато, меня тряхануло. Короткие такие, очень короткие встряски. Очень агрессивно настроенная подвеска. Проекционный экран. Раньше я думала, нафиг он нужен. Вот в таких ситуациях, понимаешь, нафиг он очень-очень удобен. Для того, чтобы гонять взгляд на скорость и не гонять ее на спидометр нереально, когда едешь в таких режимах, нереально. Это очень опасно и не нужно. Для этого нужна проекция. Если говорить о надежности, конечно, покупаю такую машину, наверное, о надежности говорить особо не стоит, потому что не за это ее покупают и не те люди, и не в тех бюджетах, чтобы думать там о том, сколько будет ее служить, а что там сломается, не сломается. Но наперед вам скажу, сломается много что и сломается дорого. По этой причине, если говорить о покупке такой машины во вторые руки, вот. Слышите, у меня голос подрагивает, потому что сейчас съехали с магистрали. И, естественно, тут все в латках и заплатках. И вот эти вот латки и заплатки, вот так вот она отрабатывает. То есть, вот видите, ну, амортизаторы, естественно, достаточно жесткие. И вообще настройка подвески рассчитана на идеальные немецкие автобаны. Да, сейчас режим комфорт. Сейчас режим комфорт. Если такую машину очень хочется, а денег на новую нету, я вас прекрасно понимаю, потому что новая очень дорогая, а обесцениваются они просто со страшной скоростью. Вот эта машина, я не думаю, что она вообще подержанная за 7 миллионов продастся. Я даже не уверена, что за 5. Короче, покупая такую машину подержанной, вы должны понимать, что мотор 4.4 – это замечательный силовой агрегат во всех отношениях, кроме надежности в наших российских условиях. В наших российских условиях вы будете на этот автомобиль работать. Будет это дорого. Во-первых, мотор, во-вторых, робот. Если вы просто хотите выжигать, вам это нравится, хотите честный спортивный автомобиль, то забудьте про шик. Не надо покупать вот подобную машину, потому что в ней не только скорость, динамика, великолепная управляемость. В ней шик еще, шик. В ней понты. Хотя, как я уже сказала, она не такая уж понтовая. Ее не воспринимают как гиперпонтомобиль. Поэтому подержанный такой автомобиль брать, на мой взгляд, вообще не надо. То есть просто не надо. Вы, если вы состоятельный, крутой т.д. и т.п., берите такую машину новую, подержанную, да нафиг она нужна вообще. Кстати, чтобы
встать на паркинг, не нужно никаких лишних движений руками делать. В какой бы передаче ты ни ехал, нажимаешь потом на стоп, и автоматически машина переходит в положение паркинга. Ну что, ладошки мокренькие. Внутри такой комок адреналиновый собрался. Невозможно, непередаваемо. Вот если катались там в Диснейленде на американских горках, вот приблизительно оно. Это те эмоции, которые испытываешь вот после какого-то чего-то прям очень крутого, очень сильного. Но только на американских горках меньше, потому что ничего с этим человек сделать не может. Его просто катят и катят. И плюс еще человек понимает, что, ну, человек разумный понимает, что это, наверное, не опасно. А здесь сочетание того, что это опасно, сочетание скорости и того, что я полностью управляю этим. Эмоции несопоставимы, наверное, ни с чем. Ну, я не знаю, я не употребляю наркотики, никогда даже не пробовала. И я не знаю, как получить что-либо похожее, просто не знаю. Часто я этого не делаю, но иногда бывает, когда у меня условно новый автомобиль, хорошая дорога, где совсем мало машин. Короче, об этой машине я могу сказать плохое только одно. 10 230 миллионов русских рублей.